Привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, располагайся поудобнее, расчехляй кофеёчек и чаёчек, заваривай пирожки, вообще занимайся чем угодно, главное княжеский лайк поставь, ну а я тебе весьма буду благодарен за поддержку и отдельное спасибо спонсорам. Ну ладно, 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 не будем затягивать, погнали, сегодня у нас будет сложный день, а может быть легкий, не знаю, все сложно, знаете, этот статус, все сложно. Так, что я хотел сделать? Я хотел уже получить своего мастера рун. Ёб твою ж дивизию заслуженного, понимаете? Заслуженного мастера рун хочу. Вот хочу заслуженного мастера рун, и мне не хватает буквально 10 осколков. Ты где, тварь? Тварь ты где? Вот она. Смотрите, пыли у меня тоже нету. О, фонтан желаний. Ничего, ну да. Забрали, все нормально. Так, ну и понятное дело, что просто так мы его получить не можем. Ну, будем пытаться получить его, грубо говоря, сегодня за донат. Но есть бесплатная попытка в хватайке. Давай ее используем. Мы получили 10 жетонов. Это, слушай, достаточно неплохо. Я думаю, сразу мы их тратить не будем. Немножко подождем, а что мы можем за 10 жетонов забрать? Да, в принципе, ничего толком. Ну, как бы сундучки можем забрать, да? Ну вот, но я думаю, за донат дадут нам еще одну попытку, и тогда мы еще, возможно, выбьем жетоны и сможем обменять на что-то более, скажем так, серьезное. Ну вот. Дальше. Окей, здесь мы побыли. Вот, я не знаю, бывает так, что настолько... И хватайка одновременно. Или это только раз в месяц? Ну, а что-то я не помню, чтобы такое было. А может и было, но достаточно редко. Я замечаю, что всегда, всегда эти акции, грубо говоря, по одному. Ладно, не суть. У нас сегодня 1 плюс 1. Единственный способ, как нам сейчас выбить, скажем так, этого мастера рун, это забрать его из пыли. Тут мы забираем тоже ништяки. Тут у нас, тут ежедневные покупки, да, и что, если каждый день донатить, еще получим. День второй, такое себе, день третий, ну, допустим, день четвертый, окей, пятый, ну, знаете, слишком много, ну, есть у нас стандартный, да, подожди, пакет накопления, ну, грубо говоря, тоже такой, ни о чемный. Ну, типа, если вот 3000 самоцветов купить, тогда, конечно, еще неплохо. Ну, а так тут, тут все достаточно грустно. Временная акция. Временная акция. Да. Нам нужна пыль. Тут уже за 700, за 800 рублей пыль. 100. Ну, как бы не особо выгодно. Нам выгоднее взять набор обитателя за 400 рублей, по сути. Мы еще получим кучу самоцветов. И всего будет у нас 140 пыли. И будем надеяться, что у нас получится за эти 140 пыли выбить гребаного мастера рун. Если не получится, я даже не знаю, что делать. Ну, усаживаемся поудобнее. А я попытаюсь взять это все дело приобрести. Опа! Все, как говорится, донатик пошел. Но мы еще тут эти ежедневки забрали. Так, получаем. Получаем, друзья. Подожди, ну, как бы 1 плюс 1. А, оно же может не сразу прийти. Оно может и через час прийти. И тогда как бы будет вообще грустно. Подожди, сколько у меня сейчас показывает есть пыли? Сколько пыли, друг мой? Пыли, пыли, сколько? Зачем я сюда лезу? Ну да, пока что 70. Ладно, давай пройдемся по акциям. Будем надеяться, что нам IGG видос не испортят. И нам быстро все придет, потому что, ну, мне уже надо... Вы-то смотрите это видео не знаю когда, но я его записываю в субботу. Непосредственно перед стримом. Перед фан-стримом. О, сори. Все остальное тоже пришло. Вот уже хорошо. А видео, как говорится, не испорчено. Ну что, должна же нам... Да, у нас одна попытка в хватайке добавилась. Это неплохо. И, как назло, жетоны, конечно же, не выпадут. Да, посмотри, прям посередине сволочь забрал. Пакет значков почета. Грусть, печаль, тоска.
Но пока что еще не будем забирать. Подожди. Еще не факт, что это все закончится. Понимаете, ребята? Еще далеко не факт. Ну, давай еще раз ударим. Что нам тут? Окей, ясно. Так. Есть. Так, тут мы тоже все отправляем. Давай вот так вот сделаем. Господи, так стрёмно. Ну, то есть у нас 140 пыли. И не факт. Далеко все не факт. Понимаете? Нам надо просто сраные 10 осколков, грубо говоря, мастера рун. То есть, ну, вы сами понимаете, чем это все может закончиться, ребят. Вы сами понимаете. Ладно, пожелайте мне удачи. Вот прям ставьте видео на паузу, пожелайте удачи. Она мне определенно понадобится. А, погнали. Магия бесплатна, конечно, нам ничего не выпадает. И мы тут расчехляем 140 осколков. Нам надо просто, чтобы один раз выпал мастер рун. Один раз. Говорят, надо нажимать быстро. Ну давай быстро нажму. Да! Он выпал! Да. Спасибо тем пацанам, кто говорит, что надо быстро нажимать. Окей. Ну окей, теперь вообще ничего не страшно. У нас на аккаунте, ребята, появляется мастер, мать его, за ногу, рун. Ту-ту-ру-ту-ту. Маленькими потерями. Ну хотя не знаю, какими потерями, но он появился. Так, это мы все забираем. И давай пошли книжки. О, подожди-ка. А-а-а. У нас уже, кстати, 112 осколков механоида альфа. Да, то есть по чуть-чуть он собирается. А темного кулдена только 14 осколков. Да, ровно 200, смотрите. И сейчас, как назло, знаешь, за самоцветы потом выпадет. Я так буду ржать. Самоцветы расчехляем, это 8000. Ну, вот давай по приколу. Не знаю, вот пару раз ударим. Вот, знаешь, закон подлости со мной постоянно работает. Да, я до первой леги. А, ну, лего решила просто даже... А, ну, Рина. И все. Окей, окей, все. Ну, это, знаете, чисто такая наркоманская фигня. Ой, надо паролить. Хотя... Ну, хотя у меня пепельной Матроны нету, ребят, да? У меня нету пепельной Матроны. И шо? У нас есть теперь мастер рун. С чем вы можете меня поздравить? И есть ништяки. Сейчас мы их все откроем. И я думаю, что в следующем или через видос буду прокачивать мастера рун. Благодаря нему я еще могу кому-то судьбу прокачать. Это тоже невероятно круто. И что еще вам сказать? Не знаю. Блин, спасибо. Спасибо, ребята, кто за меня баблел. Кто, ребят, баблел за меня? Огромнейшее вам спасибо. Вот кто, если не вы будете баблеть за меня? Извиняюсь, болел. Кто за меня болел, переживал, огромнейшее вам, ребят, спасибо. Кстати, сейчас посмотрим, скины, может, прокачаем. Потому что я реально, я почему-то был уверен, что у меня ничего не получится. Слушай, сколько скинов, твою же дивизию. Да, надо было покупать разные, потому что тут падают определенные. Я чуть лоханулся, когда их покупал. Потому что тут падают определенные только герои, которые там, наверное, уже у меня прокачаны на максимум. Короче, что-то лоханул, я лоханул. Ничего, открываются очень долго. Немножко, наверное, этот кусок обрежу, как открывал. И вот пока они открывались, я, ребят, вспомнил про один момент. Этот момент заключается в том, что я не зашел в хватайку, не забрал, да. Это вы мне бы потом комментарии просто все взорвали бы. Хотя нужно было специально взять и забыть какую-то акцию. Или где-нибудь слохануть. Зато активность под видосом была бы умопомрачительная. Ну вот. Я вообще не лоханулся. Сколько у меня жетонов? У меня 15 жетонов было. Ну, я мог золото забрать, но оно мне как бы нафиг не упало. Подожди, что тут у нас еще есть? Самоцветные бонусы, что это такое? Угу. Сначала купите самоцвет. А, то есть там попытка дается, если ты донатишь на большую сумму. Окей, хватайка, войди в игру, получи приз. Мы, кстати, не входили в игру. Так, забираю значки почета, о боже. 2020 год, значки почета, спасибо. Ежедневный бонус, специальное предложение, цветущие бонусы. Но это, конечно, бред полный, но давай попытаем удачу. Ведьму мы получили. Спасибо, разобьем яйца. Не мои, не ваши, но как бы аджиджишные. А вы получили праздничный пакет. Слушай, что это такое? Охотник за богатством. Ну, тут попытку мне тоже не дадут. Большая выгода.
тут тоже ерунда, счастливое число, дадут попытку. И как бы, я не знаю, или мне не прет, ну базарите. Как бы я не могу нормально выбить счастливое число. Здесь, а, здесь затраты самоцветов. У меня есть попытка. О боже! 2000 значков почета. Лучше бы не заходил бы. А, временная акция, настолка, розыгрыш ВКонтакте, награды. Все. А, с этим понятно. А дальше. Тут мы забираем, что за праздничный. Господи, это какого года праздничный пакет? Ну давай. Стой. Что? Подожди, я ж забрал награды с этого. С хватайки, да? Или я не то забрал? Ну вот я их забрал, а где они? Блин, надо запись посмотреть, может быть, я лоханулся. Я, короче, забрал золотые книжки. Если это так, то, конечно, я даун. Ну, типа, даун полный. Или мне просто еще не пришло. Короче, блин, пересмотрю запись. Ну, тут я надеюсь на маскировку, которая, конечно же, мне не выпадет. Ну, да. Слушай, очень интересно. Я, походу, лоханулся. Я только книжки забрал или что, я не понимаю. Чё-то мне даже стрёмно стало. Понимаете, ребят? Чё-то мне даже стало очень стрёмно. Окей. Это мы чё... Окей. Тут еще, тут другие скины. Чё-то, походу, не приходит. Походу, что-то пацаны я лоханулся. Но в любом случае, поржете в комментариях. Я всегда рад, если вы посмеетесь. Главное что? Главное то, что мастера рун выбил. Отлично. Отличное сообщение. Привет, ребята. Дальше. Что я еще хотел бы отметить? Я хотел бы посмотреть, глянуть облики. Смотрите, я даже тут кого-то улучшить могу. А может и не могу. Походу, да. А, нет, смотри. Оккультиста могу улучшить. Смотри, как у меня сила-то растет, богатырская. Так, еще этого додика могу улучшить. Да, главное, чтобы прокачать мастера рун, мне придется сливать допа. И тут я, конечно, задаюсь вопросом, когда мне это делать. Ну, то есть, сливать допа или все-таки подождать обновления. И подождать того момента, когда добавят новые места, друзья. Так, о, подожди, слушай, я нормально тут сейчас на скинах поднимусь. Смотрите, да. Сейчас тысячонку, не, ну тысячу. Тысячу я не накачаю, но смотри. Смотри. Смотри, ребята. Кто господин этой жизни? Я господин этой жизни. Ай, ладно, давайте не будем уже. О, уже лям 14 тысяч силы. Не буду вас мучить, это уже будет очень скучно. Огромнейшее спасибо, кто за меня болел. Спасибо за то, что досмотрели до конца. Кто поддерживает спонсорской подпиской, отдельное спасибо. Всех целую, всем пока. И не перебарщивайте с пирожками на карантине. Чаушки. Так, ребятушки, я надеюсь, вы еще не ушли, потому что я забыл вот про такую вещь, как что? Как пакет накопления. Вот сейчас забрал. И еще чуть-чуть докинул самоцветов, чтобы забрать вот этот вот. О, так что давайте еще немножко ништяков откроем. Так, это мы все забираем. Да, ясно. И теперь смотри, ваши подарки. Открываем. Нам нужно больше ништяков. Вообще, знаете, прикол заключается в том, что мне надо прокачивать мастера руна, а у меня нету синих кристаллов. Ну, что-то прибавилось, что-то прибавилось. Это хорошо, давай дальше. Так, ну, ясно. Вот это открываем. Ну, книжки, конечно, нам нужны книжки. Куда уж нам без книжек, друзья? Может, мне там какой-то... Ну, хотя тут их мало дают. Тут побольше книг. О, сейчас тут тысячонку получим. Определенно. Так, давай. Здесь что у нас? Священный суд выпал. Так, и тут самое интересное. Ну, тут ладно, понятно, что... О, землеройка выпала. На яйце не выпал. Ладно, если здесь выпадет мастер рун, я буду дико просто орать. А, нет, ну все нормально. Закон подлости, ребят, не сработал. Выпало 2 Миша. Так, 8000 самоцветов. 5000 кулаков прибавляется. И сколько у нас теперь камней, я ж вам так и не показал. Камней пламени. 14 тысяч.
Вот большой вопрос, или на максимум пытаться прокачать нашего друга. О, нормально. Или не на максимум, но зато прокачать силу за счет прорыва допом, потому что, ну, надо как-то, надо, я по силе очень сильно отстаю. Вот теперь уж точно все. А, давай еще, вот кто реально до конца досмотрел, давайте еще на 4000 паролем. Тут есть X10 найм. Давай вот так вот, 1200. Может, пепельную Матрону выбьем. Рыцарь тьмы. И давай еще. Седна. Давай еще. Дама холода. Давай еще. Бог грома. Давай еще. Ну, как бы, сами видите. И давай стандартным путем. 450. Паладин. И нет, ничего. Вот на этом теперь все. Вот теперь вам огромное спасибо. Пиши в чатике. Я досмотрел прям до конца. Вот. Посмотрим, сколько нас вообще. Ну, не в чатике, а в этом, в комментариях. Пиши, вот кто реально досмотрел до конца. Короче, спасибо.